Всем привет, ребята! Да, сегодня у нас будет 24 часа на балконе, но Пуля что-то сегодня не в духе. Так. О, господи, Пуля! И с нами сегодня уточки Лала Фан-Фан. Так, Пуля, ты так себе неприлично ведешь? Уйди вообще куда-нибудь, не знаю. Ну что, что мы будем делать? У нас же нет еды, мы все уйдем. Будем меняться. Да, обмениваться, короче. Ты первая будешь. Чем угодно, да? Да, чем угодно. Мне совсем пофиг. Вот такой вот антистресс. Я тебе предлагаю кошака вот такого. Так, да? Какашка. Чего такую ручку? Хотя нет, добавляй. Я тебе вот это вот делаю. И еще добавляй. Еще немножечко прям. Ну как мне это давать? Пуля, а ты тут вообще зачем? Ой, ты что? Это иди куда-нибудь. Ой. А где вторая половина? А в смысле, что была вторая? Да. А. Ладно, потом. Пофиг. Так, что ты здесь ходишь? Так, что ты мне дашь за эту замечательную ручечку? За эту замечательную ручечку? Так, Пуля, вали давай уже. Ой, тихо, что ты делаешь? Я тебе дам вот такую ручку. Так, ну я согласна. Я тоже согласна. Ой. Крутая ручка. Да. Все, давай, беги скорее. Так, ну сейчас эти... Теперь ты. Да блин, да Пуля... О, господи. Ой, собаки. Пуля, прости. А, ты куда? Я должна тебе дать. Так. Что мне больше всего не жаль. Давай. Мне совсем все равно на эту собаку. Вот на эту вот. Да? Я вот тебе за нее предлагаю вот такого кошака. Пуля, иди уже. Мое. Уйди. Сиди ко мне. Сиди на мне. Короче, Пуля решила. Она к нам хочет. Пуля решила уйти. Ну ладно, что ты согласна? Да. Да? Я тоже. О, прикольно. Да что? Это ластик? Почему меня обменяли? За что? Я снимаю. За что? За что я снимаю, простите? Так, что ты мне предлагаешь за вот эту вот собаку? За вот эту вот собакину? Я предлагаю тебе вот эту вот собакину. Ой. Тут нужно подумать. Я согласна. Я тоже согласна. Вот. Ой. Овчарочка. Так, теперь моя очередь. Что ты так, мне дашь? Ты? Что но утками мне... мы тоже меняемся. Что ты дашь за эту прелестную меня на солнышке? Тебя? Что-то на тебя не похоже. Я тебе дам вот такого. Так, добавляй. Эй, какашка. Ты вообще снимаешь? Смотри, я тебе добавлю. Такой ЛПС я нажимаю очень плюс. Я, во-первых, тебе могу просто добавить. Так, что мы тебе добавлю? Я тебе дам вот это вот. И попрошу у тебя два плюса. Ну не, я не согласна. Так. Ну я все равно хочу... Это что? Это откуда? Я больше вопросов. Бери это куда-нибудь. Так, за кадр. На, ешь. Знакомьтесь, это Темыч. Темыч.
Чьим обмениваться не буду. Это личное сокровище. Куда? Ладно. Так. Чё ты мне дашь за вот эту прекрасную игру? Я тебе вот эту вот дам. Добавляй. Согласен. Ну, я тебе еще добавлю вот такую собачку. Такую собачку и плюсик. Так, тогда... В форме лапки, кстати. Тогда я тебе добавлю вот эту собачку. Еще плюс. Тогда я тебе дам меня. А, ты согласна? Конечно же. Что-нибудь одно добавь, маленькое. Маленькое? Да у меня нету ничего маленького. Попрыгун пусть будет. Я еще малюсенький плюсик, потому что он мой любимый. Вот это тоже был мой любимый. Я согласна. Я тоже. Тут все, по-моему, мое же. Такая вот кошка. Такой вот маленький. Какой ты вещь. Попрыгунчик я себе сберу. Это мой попрыгунчик. Теперь ты. Вот такая вот собачка. Вот я тебе дам... Что ты мне дашь за... Эту вот собачку вот такую. О, у меня есть вариант. Я тебе за такую вот собачку... Так, я не смотрю. Дам вот такой скрючек. О, самодельный, кстати. А за вот этот вот плюсик. Так. За вот это я тебе еще дам... я тебе дам... Так, что ты мне дашь? Что-то это недостойно, мне кажется. О, я теперь согласна. Я как-то не очень согласна и нажму маленький. Да! Я тебе добавлю. Опять же вот такую же собачку. Ну, в этот раз я же согласна. Придя кончено, короче. Подожди, у меня еще куча вещей. Что ты мне дашь? Вот за это, простите. Я тебе дам вот эту. Я согласна. Нет, плюсик! Что-то это мне не нравится, он какой-то порванный весь. Вообще-то твоя игрушка. Добавлю тебе вот эту вот. А что там? О! Еще давай малюсенький, прям малюсенький. Тогда в себя тоже плюс. А, ладно. Я тебе отдам Гришу. Это утка. Это Гриша! Ой-ой-ой, боюсь. А мы на этого менялись? Вот на этого. Не-не, я тебе... Хотя да, согласна. Потому что здесь два пэта. Здесь два пэта. Я хотела себе очень такого. Очень долго мечтала. Поставь, пожалуйста, на паузу. Начинаешь, да? Я тебе дам вот это вот. Вот это вот? Да. За вот это вот. У тебя куча вещей. Я тебе дам вот это вот. Я нажму плюсик. Я сама хочу плюсик. Подделка. А это, простите, натуральный. Еще одна подделка. Вот теперь я согласна. Вот теперь я не согласна. Плюсик. Мы вот на это вот меняли? Нет. А нет? Ну, значит, я вот это вот тебе добавляю. И плюс. Там ничем меняться-то, а? Да не знаю я. Так. Что там у тебя осталось? Чтобы ты мне дала в следующем трейде. Ой, что? Я тебе дам вот это. И ты должна мне согласиться. О, какие вот красивые. Теперь я тебе дам вот это. И ты должна мне дать ё-моё, вот это. Ё-моё, так это же на моей стороне. А что я должна тебе дать? Вот это. А-а. Фига. Нет. Фига тебе. А у меня больше ничего нету. Я это... Тогда я не согласна. На. Вот это. Плюсик! Обменяйся им еще чего-нибудь. Какой-нибудь.
на что ты точно должна согласиться. Еще давай что-нибудь. Ага. Это вообще-то моя собака, ты не получишь. Так, ладно, ну все получается, больше ничего. А утка и заяц, они же не были в обмене. Вот этого тоже не было. Было. Нет. Это не было. Ай, да ладно. Напишите в комментариях, было или нет. Конечно же не было. Ну ладно, на этом мы будем уже заканчивать. Так, вот это я себе оставлю еще на некоторое время. Да? Отдай! Я его хочу на некоторое время. Ладно, ладно, чтобы все. Он так унес, не то, а? Ух, ладно, ладно. Все, так, ну ладно. К этому времени мы уже будем заканчивать, наверное, ролик. И потом с нас снимем. Ну да, вторую часть еще будет. Короче, всем пока-пока. Все, давай, прощайся тоже. Всем пока-пока.